15-я слушает. Да, это санэпидемстанция. Досхан, нанғараш, әр адамның басында жылына бір рет болатын қызықты сән. Сегіз әріп. Ұшық. Ұшық. Ұшық емес, сен білесің. Туған күн. Құлының маусы. Иә, туған күнің құтты болсын, кішкентай ғана балапатым. Рахмет бол. Денің сау болсын. Құмыр жасың ұзақ болсын. Ер азамат болып өз. Ең бастысы шыншыл бол, құлды шағымсың. Сенің арқаңда міне. Жасқанды оқуын оқу жатыр. Сен бар ғой, туғанда нандай кішкентай ішін ашақтай ғана болатынсың. Қазір міне, Құдайға шүкір, үлкен ер азамат болдың. Маған қашан келін әкелесің, а? Қойыншы ма? Құлынымсың. Кішкентай ғана, құлын шағымсың. Әкелмәй мен тұрайын. Манды пирожки, чебуреки, горячие, свежие. Манды пирожки, чебуреки, горячие. Гюзель, однако, сегодня у Доса день рождения. Да ладно. Нужно всем сказать, чтобы никто не забыл его поздравить. И нужно скинуться на подарок дяде Йосе. Дядя Йося, ну вы будете скидываться или нет? Ну, вообще-то у нас в Казахстане за хорошую новость положен свыше. Ладно, можете не скидываться. Договорились. Маты, пирожки, чебуреки. Ты с ума сошел? Какой Ашот Русанян? Шатар Руставель, или великий груз... Суинши. Что-то я не понял, а что такое это суинши? Он опять ничего не понял. Это казахская традиция. За хорошую новость всегда дают вознаграждение. То есть суинши. А, ну суинши так. Суинши. На. Урюк. А где новость вообще? У Досика сегодня день рождения. Что ты говоришь? Вами! Слушай, если у Доса день рождения, надо скинуться да. И хотя бы тридцатку ему подарить. Камрюху тридцатку? Что за тридцаточка? Свинши, хотите хорошую новость? Хотим, и что, а? Платите тогда. Выбирай. У Доса. Сегодня день рождения. Не забудьте поздравить. У Доса день рождения. Слушай, 30 лет. А так хорошо выглядит. Естественно. Он же в холодильнике часто бывает. Слушай, может быть и нам почаще туда заглядывать? Таня, мы туда не заглядываем. Мы с тобой там живем и жуем. Кенесхан, рахмат сенге. Что столько времени потратил на мою лавку? Чё гонишь, это исправительные работы. Чейсхон, неважно, какие работы. Всякий труд должен оплачиваться. Вот, держи. 50 тенге. Если каждый день будешь здесь убираться, через год накопишь 15000 тенге. И больше тебе не придется. У меня деньги воровать. Эй! Жиз, слушай, присмотри за лавкой. Я сейчас пойду узнаю, о чем там они говорят, а? Вот тебе еще за охрану. 50 тенге. Кетхонмаген. У Доса сегодня день рождения. Ему 30 лет исполнилось. Суньши давай. Досу? Досу. 30 лет? Да. Юбилей? Да. И? Суньши давай.
А Оле? Спасибо. Ой. Досу 30 лет. Там 4 коробки по 7 штук. Ты общий должен быть 28 штук. Ты посмотри. Чего? 28 штук посмотри и узнай, хватает или нет. Ты просто. Слушай, это сегодня у Досы юбилей. Что за юбилей? Ну, юбилей, как у моего отца, понял? У кого? Отца, только Досу 30-летник. Ладно, давай, я перезвоню, потом узнаем вечером. Ладно, давай. Что ты сказал? Нет, я не вам. Понял. Отец, Дос, 30-летник. Дос стал отцом 30 лет? Сюгенше! 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 Дядь Виктор! Что случилось? Дос стал отцом! Наш Досхан? Да. Отцом стал? У него родился сын. Вот это новость. Батыр родился. Сюгенше! Сюгенше! Дядь Виктор! Да. Спасибо. Сюгенше! Сюгенше! Слушай, зачем он приходил? Представляешь, Досхан стал отцом. У него сын родился. С чего ты взял? Зора мне лично сказала, что у него родилась девочка, дочка. Денег за сынши даже взяла. Да у него сын родился. Дочка. А я говорю сын. Говорят тебе дочка. Сын, дочка. Айгуль, это сын Ши. Слыхали? У Досхана родилась дочка. Вы что, не слышали? Не, не дочка. Ой. Так сын бирмасын. Брюге пыздыт, брю олдыт. Айгуль, сен кемш, не бар. Анкана, мекли. В роддоме все стоят и смотрят на меня. Акушерка такая, девочка, подошла, говорит, моему мужу. Поздравляю, у вас родилась девочка. А муж так внимательно присмотрелся и говорит, какая это девочка? А акушерка сразу, да нет, я шучу, у вас мальчик. Да. А я когда его взяла на руки, смотрю, такой маленький, хорошенький. Не болт, блин, за? Блин, кожуда. Улыкин. Халай. Женистан, вот здесь вытри, а то там грязно. Ты лучше рот закрой свой. О, Баке идет. Шучу, шучу, не парься. Шутник. Знаешь, ты сейчас сам будешь полы трать, понял? А вот теперь точно Баке идет. Ты что, дурак, что ли, а? Два раза одну и ту же шутку. Думаешь, клюну? Я вот восстановлюсь. Потом знаешь, где будешь? И где он будет? А я? Со мной. Ну, в смысле, будет там, чтобы со мной следить, чтобы нормально работал. Дурс, Женстан, дурс. Шумский. Горстрой тогда наделал дело, полы мой смело. Хороший. Кайда мналар? Кымдар? Гарри гайда. Хасан гайда. Ана Самса гайда. А, самса шығып кеткен бе ғана? Қалған білмеймін. Аңлар не үшін алып отыр? Қашан? Не болып отыр анда? Баке, все будет чисто. Отвечаю. Но сразу видно было, что вырастет такой джигит весь в отца. Так, в чем дело? А чего вы здесь столпились-то, а? Сюинше. Да. Сюинше? Будет тебе, Сюинше, еще какое? Короче, у меня две новости.
Одна хорошая, другая плохая. К нам едет. Телевизор? Санэпидемстанция. Да, 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 это плохая новость. Поэтому всем первым делом навести порядок у себя в лавках, чтобы идеальная чистота была. Всем ясно? Ясно. Всем ясно. Вот. Ну, а хорошая новость? А хорошая новость? Ну-ка, 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 отойдите, отойдите. Вот, 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 извините, здравствуйте. Осторожно, осторожно. Все, 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 все. Вот, 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 это, вот, 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 вот. Поскользнулась о банановую кожуру. Подскользнулась. Основные санитарные нормы уже не соблюдены. Тут хотите сказать, подскользнулся, упал, очнулся гипса? Да-да-да, добро пожаловать в наш родной дом. Чувствуете себя как на базаре? Помидоры, картошки, огурцы, свежие яблоки, бананы, ананасы. Что желает ваша душа? Все у меня есть. Подходите, все свежее. Хасан, как ты? Пойдет. Короче, Баки сказал, у меня тебе надо здесь прибраться чуть-чуть на лавке. Да? Ты у меня на лавке будешь прибираться? А не надо у меня здесь прибираться, у меня всегда здесь чисто. Нормально все. Погодите. Это самое как-то санэпидемстанция будет проверять. И вот потом, чтобы не говорили, там убирался, оно умно. И, короче, как хочешь, пошел. Подожди, 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 подожди. Ладно, ты это... Уберись, мало ли что, да? Давай. Только быстро. Иди. Быстро. А вот... это Досхан. Моя правая рука... Иногда левая, иногда даже бывает нога. Смешно. Да. Ну что, приступим? Давайте. У вас что здесь? Собака? Да нет, вы что? Какая собака на местной лавке? Это у нас Йосиф так прикалывается. Муму начитался, видите ли. Йосиф, Йосиф, прекращай так... Знаете, вот у Йоси книжная лавка, может, проверку начнем с нее? Кешкешин, ошерде был. Узын жақ ұстасын, сүйек берем. Разобрались. Похоже, что все в порядке. Документация готова? Документация? Да. Конечно, готова. Вы только сейчас проверяйте остальной базар. Досхан вам покажет. А я быстро приготовлю все документы. Пройдемте. А давай, давай, Досхан, давай. Давай. Подходи, народ, ко мне в огород. Свежие огурцы, помидоры, яблоки. Добрый день. Добрый день, девушка. Можно мне килограмм яблок, килограмм апельсинов и пару бананов? Все, без проблем. Ребенку что-нибудь желаете? Там, ягоду, например. Какую? Ну, арбуз у нас. Арбузы, знаете, такие вкусные вообще. Не пожалеете. Нет, нет, спасибо, не надо. А, тогда, так, 300 умножим на 3. Это 400 делает... 1000 здесь. Ровно 1000 тенге, девушка. А, хорошо. Лаура Илясовна, мынау біздің жемшедек сататын бөлім. Мынау менің түрк досым, аты Хасан. Насылсыз? Молодой человек, можно вас попросить, а? Конечно. Поддержите. Спасибо большое вам. Приятного аппетита, проходите еще.
Ой, рахмет. Так. Ну что? Пойдемте. Проверим вашу лавку. А что мне тут проверять? У меня все чисто везде, все свежее. Если не верите, попробуйте яблоки. А я яблоки не люблю. А что вы любите? Вы что, фрукты моющим средством протираете? Это сорт, наверное, такой, да? Сорт такой. Овощная лавка. Как говорится, полная антисанитария. А окей, не могу. И на уне еще? А, не могу, да, окей. Не пихоти тот сама. Капкатон аншинбер. В чем дело? Я просто хотел поесть самсы. А там 50 тенге. Это акция такая. А вы выиграли еще одну самсу. Вот. Ага. У меня тоже полтинник вышел из самсы. Я тоже, да, выиграл, да? Да, вы тоже выиграли. А у меня брызгал что-то. Виндет тумасон, да? Вы выиграли брелок. Поздравляю. Ой, маған брелок керек емес, ақшамды қайтар. Значит, и с самсой у вас тоже не все в порядке. Да, нет? Вы не поняли. Просто это... А, это узбекский маркетинг. Узбекский маркетинг. Попробуйте самсу, а? Самое вкусное, свежее, а? И что же я выиграю? Путевку к стоматологу? Лаура Ильясовна, спөлі мне барек, ол жақта сізге міндет түрде онау керек. И сен біз өлтірейін дедің ба? Йо. Міне, Лаура Ильясовна, ол біздің сүт сататын бөлім. Айгүл, ағасы Жасулан. Жасулан. Хорошо, вы мне, пожалуйста, не мешайте. Конечно. Я сама все проверю. Ну, конечно. Проходите. Жасулан, құтты болсын. Рахмет. Сәлем, Айгүл. Бүгін менде мереке. Мен білем. Құттықтан келмей ма? Құттықтайым. Қандай сезімдесің? Жақсы. Мүмкін бүгін киноға барамыз. Сен мұндай жағдайда киноға жіберді деп ойлайсың ба? Әрине. Бүгін мен үшін мейрам, менің күнім. Сенімен киноға. Я тебя люблю. Пьеса «Я тебя люблю» деген фильм болып жатыр. Мүмкін соған барамыз. Так что подарим Дусхану? А давайте купим детскую коляску, подгузники. Ребенок родился же, да? Какой ребенок? Какие подгузники? У него нет никакого ребенка. У него сегодня день рождения. Серьезно? Ох уж этот базар. А. Ну все, опять вернусь может, а? Вот Досы сегодня день рождения, надо ему что-то подарить. Зора, что нам ему подарить? Мы сейчас гадать начнем, ну? Может, тортик? Тортик — это как-то не оригинально. Самый лучший подарок — это книга. Поэтому я предлагаю всем скинуться и купить у меня... Дядь Йося. Ну что, Йося, я тоже скинусь. Еще варианты. А давайте ему настоящий армянский подарок сделаем. Какой? Автомагнитоля. У него же машины нету. Ну купи же. Слушай, Гарик, ты свою развалюху все-таки хочешь продать, да? Предлагаем, предлагаем, не стесняемся, давайте. А если подарить ему форму Кайрата, а? Кайрат сейчас не в форме. Вот станет чемпионом, тогда подарим. Давайте ему просто накроем отличный дастархан. С меня, во-первых, морковный салатик, во-вторых, картофельный, в-третьих, пончоза. Оригинально! А я организую бутылочку шампанского.
А с меня тогда, сухофрукты, потом фисташка, куряга, урюк, мурюк. Короче, полный фарш. Ну, а с меня тогда чай и... И что? Ну, и стол, и стулья, и салфетки в моем кафе. Что еще? Так, что? Куда собрались? Дастархан дастарханом. Дарить что будем? А может быть, все-таки тортик? Отлично! Браво! 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 Егер сен келшісің, мен өте қуанышты бол. Сен ұятың бар ма? Мен не үшін ұялу керек? Мамасы не дейді? Мама бәрін біледі, мама мені қолдайды. Так, с молочкой мы закончили. Пройдемте дальше. Хорошо. Шалоп к тебе. Айгүл бәрі дұрыс па? Ана Досхан мен киноға шақырып жатыр. Есі дұрыс емес. Не? Киноға? Оның баласы бар емес па? Ұнайсың дейді маған. Не? Ол сен не? Тоғалыңыз келе ме не? Мен оған қазір көрсетіп тұр. Аға, тоқтаңыз. Аға. Сөйлесей. Мен бәрін өзім шешем. Лаура Лясовна, вот вам вся документация. Шучу. Вот вам вся документация. Ну как вам наш базар? Все хорошо? Конечно. Конечно. За исключением полной антисанитарии и бардака на вашем базаре. Да что вы такое говорите? У нас всегда было и будет полный порядок. Да, заметно. Жози! Ай, веди конфетти! Жози, радость ты моя! Солнышко, ну где же ты была, ты мое солнышко? Жозефина. Это Жози, Жозефина. Жозефиночка моя. Сен үшін қуаныштымын. Ең табылғанына. Я, айттың. Шынмен де әдемі екен. Рахмет сау. Бір өткізген күндеріміз үшін, берген ақылдарың үшін. Я, жыламайын бұл. Жоғалма енді. Кейіп тұр мен іздеп. Достар, мен мұна тосты, біздің базар 20 жылдан астам уақыт жұмыстық бел жатыр бұл тағдар. Сонымен қатар біздің базарда әр түрлі ұлттың өкілдері жұмыстыйды бұл тағдыр ма? Тағдар. Сонымен қатар, бүгін біздің Досхан өзінің тұлған күнінде бізді сонып өдім станциядан құтқарып алды. Бұл да тағдыр. Бұл да тағдыр. Досхан, сен жақсы жігітсің, туған күнің құтты болсын, мамаң аман болсын, достарың аман болсын, туған күн үшін, достық үшін, және бәріміздің басымызды қосқан тағдыр үшін алайық. Ура! Ура! Ал, достар, менің уақытым аздау, жақсылап тойлаңыздар, ойнаңыздар, жақсы Досхан, ертеңге дейін кездесеміз. Жақсы. Сәлем. Сәлеметсің. Досхан,
мені кіноға шақырғаны есімде ме? Иә, әрине, есімде. Барамыз ба? Оригинальное поздравление. Ты что делаешь, женщина? Зачем торт переводить, когда можно, если что, пощечину дать? Да. Кешіріңіздер, менің қарындасым дұрыс жасады. Бұл досқанның басқа жақта баласы бар екен. Оған қоймай, менің қарындасымды тоқалып алмақшы. Досқанның сенің балың бар ма? Қайдағы бала, қандай тоқал? Сіз өзіңіз айтқан жоқсыз ба, бала деп? Мен саған қашан айттым? Менде ешқандай бала жоқ. Қалай жоқ? Так им ничего не рассказали. Да нет у него никакого ребенка. Это все базарские слухи. Калай. Сонда не утрик булган ма? Выпьем за Досана, за сладкого братана. Он думал, как мы кино обрались. Қазақтың кең даласы, қазақтың бір баласы, ән салады беу. Беріп-беріп қарашы, көңіл салып қарашы, нұр жанатты баласы, ән салады беу. Тұрматыңда тұла, әнне кені деме қай, қалық бұзғы еңге бай, керісінше қосылып, әндеріме сәмбе.